Дорогие наши радиослушатели, хочу сейчас, сегодня, когда до Нового года осталось всего несколько часов, поздравить вас с этим самым хорошим, самым красивым и самым семейным праздником. Хочу пожелать вам в Новом году, чтобы вы были, безусловно, все здоровы, счастливы, конечно, чтобы было материальное благополучие, но главное, чтобы в ваших домах было тепло, чтобы было тепло по-семейному, не по температуре. А мы со своей стороны обещаем вам, что мы будем по-прежнему стараться работать хорошо, настолько хорошо, чтобы вы всегда были в курсе самых последних событий, чтобы вы всегда узнавали мнение самых авторитетных экспертов по самым важным мероприятиям и новостям, которые будут происходить в нашей стране в следующем году. Ну и как главный редактор радиостанции Финам-ФМ хочу пожелать вам, чтобы вы не забывали нашу частоту 99.6 и чтобы в новом году оставались с нами. Спасибо. Еще раз поздравляю с Новым годом.